Церемония вручения ключей состоялась в кабинете главы района Александра Коклина. Счастливыми обладателями жилья по программе «Дети Кубани» стали супруги Светлана и Иван Борисенко. Глава муниципалитета вручил ключи хозяйке квартиры Светлане Борисенко, поздравил молодых людей с новосельем. Подавляю. Спасибо. Считаю, что уже это хорошая помощь государства. Ну и как бы, когда у себя есть жилье, это уже совсем все по-другому. Чтобы там всегда был детский смех, радость, и все было хорошо. Спасибо. Удачи. Супруги поблагодарили краевую и районную администрации за предоставленную возможность в получении жилья. Двухкомнатная квартира на 5-м этаже в станице Фастовецкой Тихорецкого района общей площадью 42,4 квадратных метра приобретена в рамках краевой программы при содействии Министерства социальной политики края. Жилье для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приобретается за счет средств федерального и краевого бюджетов. По истечении 5-летнего срока семья может приватизировать квартиру. При этом необходимо оплачивать коммунальные услуги, содержать квартиру в ухоженном состоянии. Глава района сообщил, что в будущем году по программе «Дети Кубани» планируется приобрести 9 квартир. В очереди на жилье состоит 71 человек.